Строительно-монтажные работы в деревне Еремина в рамках президентского проекта «Социальная газификация» планируется завершить до 30 декабря 2022 года. За это время здесь будет проложено 1500 метров новых газовых сетей и построено 25 вводов. Всего в Одинцовском округе в общей сложности будет газифицировано более 4800 домовладений, почти в 170 населенных пунктах. До границ участков жители газораспределительные сети строят совершенно бесплатно. Подать заявку на проведение работ можно в офисе «Мособлгаза», а также в стационарных и мобильных офисах социальной газификации.